Мобильное блокчейн-казино. Продолжается ICO компании iDice. Это блокчейн-мобильное приложение для азартных игр на эфириуме. ICO компании iDice стартовала 16 июня 2017 года. Релиз iDice Beta уже в течение первых двух месяцев обработал около 450 тысяч долларов выигрышей. Как сообщает newsbitcoin.com, после завершения краудсейла iDice команда проекта интегрирует приложение с устройствами на Android и iOS.